Мех пустеет, приближая горе. Вид пустыни жалок и суровый. Нет дождя, и душно даже горам под ветвями выжженных кустов. Выгорела синь на небосклоне, зной разлит безбрежной рекою. Кажется, земля в унынье стонет в жажде, не дождавшись облаков. Молча продвигаются верблюды, им знакомы странствия с бедой, но за ними люди, люди, люди в ужасе прощаются с водой. Всем еропот проникает стужей и уносит прошлое в туман, а жена укор бросает мужу: «Ах, Рувим, зачем нам Ханаан? Мы ушли, оставив дом в Египте, лук душистый, мясо и чеснок. Лучше б на чужбине мы погибли, чем могилой станет нам песок. Нашим детям посмотри, как трудно, их глаза тоскуют об одном, но запас воды предельно скуден. Где же мех наполнишь ты потом? Только веруй. Анна, ты помнишь рабство недавнее, крики насмотрщиков, свист нагаек, наше бессилие в тихом рыдании. Помнишь мечту о блаженном крае? С ней мы ложились в тревожной полуночи, горбясь от груза ее носили, только б не звались рабами юноши, и навсегда позабылось насилие. Помнишь, жена, кирпичи обожженные, пот, выступавший на лицах усталых, острую ругань, уста искаженные с окриком страшным? Сделано мало. Часто за это платили мы голодом. Участь детей — наша общая рана. Ты вопрошала подавленным голосом: «Разве забыл нас Бог Авраама?» Нет, не забыл, но рукою простертою нам предложил ханаанские дали. Помнишь, в полуночь с надеждою полною вышли мы в путь и счастливыми стали. Мы не грустили тогда об имении, большим богатством считалась свобода. Помнишь, мы видели в море знамения, значит, Творцу покоряются воды, нет для Него ничего невозможного. Могут потоки палиться, как в мере, если на Бога надежды возложены. Только веруй. За судьбу людей, неся ответственность, Моисей направился к скале. Словно капитан в минуту бедствия взялся жизнь спасти на корабле. Звук удара, и скала заплакала светлым, освежающим ручьем, предлагая правнукам Иакова средь пустыни Божий водоем. Но Моисей стоял, смотря встревоженно на людей, наполнивших мехи. Поняли ли они, в чем сила Божия, и как сердцу пагубны грехи, что пред верой падают препятствия, и пустыни изменяют вид, что беда скрепляет руки братские, укрепляя дружбы монолит. Простираясь в будущее мысленно, знал ли Моисей Господин план, что пройдут борцы Христовой истины по пути в небесный Ханаан? Что придется встретиться с меривами, жаждать сил в засушливые дни и опять взбираться над обрывами, преданность как знамя сохранив. Из-за гор смотрело солнце ласково, с видом приуставшим от труда. Горизонт сгущал ночными красками, но в дорогу всех звала труба.
Из рабства евреи вышли под руководством Всевышнего и путь проложили через горы, через невзгоды и годы. Их песни сменялись тонами: «О, где же ты, край обетованный? Нет хлеба, воды и мяса. Возможно, наш путь напрасен». Но нам, детям Божиим, ясно, что трудности не напрасны, что после долгих страданий нас встретит земля Ханаана. Но дорога такая длинная, горы, пустыни, долины, у многих уставшие лица, но чувствуем, цель наша близко, и сердце стучит взволнованно. Иду к тебе, край обетованный. Слава Богу.